друзья! Сегодня у нас серия о долгожданном гелике 6х6. Расскажу вам, что мы сделали. Значит, пошпаклевали мы кузов, борта, все конты линии вывели, отшпаклевали и загрунтовали уже. То есть идеально ровненький черный свет. Мы даже брали ультрафиолет лампу, или как-то ее там инфракрасной еще называют, сушили шпаклевку, потому что это черный цвет. Все прекрасно знают, что на солнце это будет сумасшедшая просадка. Мы ранее никогда не пользовались, потому что мы всегда белые машины делали. Вы же знаете, что мы лимузины когда-то делали, то на белом. Ну, солнце так не нагревает, и в принципе не нужно было так высушивать шпаклевку. На черном же мы это все сделали. Значит, загрунтовано это все. Бочины, кузов. Кузов я вам далее покажу. Стенка полностью сделана вверх. Это полностью здесь со стекловолокна, шпакло стекловолокно, которое минимум усадки. Эта часть нижняя, она будет доской зашиваться. Доску, кстати, под орех мы тоже заказали, темного цвета, с хозяином утрясли, ну, какой цвет выбрали. И очистили полностью раму. То есть, так как мы на пескоструй не можем попасть, то здесь человек стоял почти 2 дня, это все щетками, каждый сантиметр все очистил, чтобы было, скажем так, идеально. Чуть-чуть мы облагородим швы сварочные, легенько позбиваем, так чтобы не прослабить их. И эпоксидным грунтом, вот уже буквально день-два грунтуем, потом наносим барашек, это, ну не знаю, кто-то знает, кто-то не знает, ну такое покрытие, как вот на арках заводское. Уж тоже нашли такое немножко прорезиненное. И потом еще этот барашек прокрашиваем специальной краской, которая не пропускает влагу. Вот получается наш самый задний мост. Сняли мы, ну вы спросите, почему ты сразу не разобрал все и не отдал на покраску. Ну покраска у нас, ну порошковая, знаете, что очень крепкая, без кастрюли. Ну мы сделали это так для того, чтобы не перепутать все вот бортовики, то есть все вот, если он здесь стоял с завода, те подшипнички, шестерни, все оно уже выработалось друг под друга, мы точно так аккуратненько разбираем, у нас метки уже есть, сложили, один мост завезли, сделали, покрасили, привезли, собрали, сразу все сальники, пыльнички, все новое уже куплено, планшайбы, все уже суппорта, все уж подогнуто. Покрасили, собрали, поставили, потом средний мост. То есть это для того, чтобы не получился балаган. Потому что, ну, знаете, потом я вроде отдал красивую машину, а там через 1000-2 километра начинает. Тут там побежал, тут там подшипничек. То есть я считаю это более правильно. Вот наш мост средний, это проходной, который дает вращение еще на самый задний мост. Мы уже сделали кардан под него. Все четко, все работает. Флянцы родные остались, хрестовинки родные от Лапландера. В принципе, все углы все выдерживают. Мы все мосты вверх-вниз опускали, то есть разные артикуляции давали. Очень классно все работает, то есть я очень довольный. Он тоже в своей очереди ждет на покраску. И заказали уже переходные проставки на родные карданы. То есть у гелика там сколько, 6-8 отверстий, он, по-моему, впереди и сзади. У Лапландера же 4. Там небольшие 2-сантиметровые блинчики. Сейчас токарь делает, на координатке посверлят. В принципе, ну, как раз когда покрасим мосты, уже и подойдут эти проставочки. Сможем уже проехаться даже. Еще расскажу вам, многие спрашивают, какие мосты крепче, Volvo Lapländer или же Mercedes Unimog. Я вам сейчас вот покажу полуоси, давайте посмотрим. Значит, вот это вот полуось от Volvo C303 Lapländer, так называемый. Вы видите, толщина. И вот Mercedes Unimog. Видите, огромнейшая разница. То есть запас прочности у Unimog сумасшедший. Шлицевую часть вы видите, какая здесь огромнейшая. Вот шлицевая и вот это. То есть точно так и главная пара у Unimog огромная, больше в диаметре. И, соответственно, вот эти шестерни бокового редуктора. Здесь вот у меня есть фотография, я оставлю вам видео. То есть прилично, заметно больше у Mercedes Unimog. И она, заметьте, еще косозубая. То есть, ну, по идее, должны в Mercedes, типа, мосты более тише должны работать. Ну, на практике посмотрим, проедемся, потому что я на Unimog-овских мостах еще не ездил. Кузов, ребята. Значит, все линии, все конты
очень выводили, все красиво делали. Этот кант очень сложный, он не под 90 градусов, как обычно, да, а он с закруглением. У нас получилось его вывести ровненький, идеальный. От самого конца до передней двери, до зеркала, идеально ровная машина. Шовчики, которых там заполняется герметик, все тоже оставили, все очень красиво получилось. Перед покраской заполним. И эти же отверстия. Вот я как ранее говорил, что мы не будем туда опускать трубу, вот эту, которая сверху дуга или труба. Почему? Потому что туда будет заливаться, ржаветь, там гнить все со временем. Ну, то есть это очень плохо. Мы же сделали отверстие под болт, прикрутим, даже эту трубу на герметик посадим, и у нас все будет красиво. Труба, кстати, мы ее сварили. Очень было сложно, вот честно вам скажу, очень сложно. Ее только начинаешь варить, то одна нога не стоит, то вторая, то задерлась, то подняла. Ее можно было бы натянуть через силу, прикрутить, но при установке возможно поцарапать где-то. А мы после покраски ее будем ставить. То есть мы делали так, чтобы она вот поставил ее, и она четко под своим отверстием попала. Значит, в кузове я вам говорил, что мы заказали доску специальную, которая ничего не боится. Обошьем полностью днище, стенки, арки у нас будут, ну, типа как под раптором, так как у оригинала. Задние дверки отшпаклюем, покрасим верха, там то, что мы доваривали. А заглушки мы не будем дерево туда цеплять, потому что утяжеляем, нагрузка на петли, ну и как бы неправильно. Мы с хозяином обсудили автомобиля, что влагостойкую фанеру мы берем, обтягиваем специальным кожзамом, который мы на лимузины на крыше берем, которая влаги ничего не боится. В принципе, погрунтовано, к покраске мы уже ближимся. Крыша у нас тоже готовая, стенка, ну там буквально полдня, день будет готова. Машину мы красить планируем не всю, потому что она все-таки, ну, я же говорил, 2016 года, как бы заводской покраски. И будем напыл на двери делать, чтобы, не дай бог, конечно, не отличалась кузов. Ну, то, что мы делали, цветом от всей машины. Но у нас сейчас большая проблемка, то есть вот ямка, она, видимо, дверь, когда плохо закрывается, ладошкой закрывают, ну, подталкивают, и здесь вмятина есть, она очень большая. Я бы ее не хотел шпаклевать. Сейчас вот ищут мне ребята мастера, который приедет, выкатает. Я не знаю, какая-то технология есть, там выкатывают роликами или, ну, чем-то выдавливают. То есть, чтобы мы просто замыли и покрасили, вот напыл сделали на дверь, лаком ее полностью вскрыли, краской там до половины. Ну, маляра знают, о чем я говорю. И, в принципе, всю машину легенькая полировка, потому что все-таки на нее, скорее всего, что, ну, где-то пыльца какая-то, где-то что-то село. Мы это все уберем, и она будет просто как новая. Ну, еще ребята часто у меня спрашивают по переднему мосту, буду ли я сошку резать, потому что в всех машинах на лапах, когда мы ставим, ну, тяжело руль крутится. Сошка очень большая, и нагрузка, то есть начинает тяжело крутиться. Я пока мест не трогаю здесь. Пока мы не поедем, не попробуем. Все-таки не хочется курочить все в новой машине. Вы сами же понимаете. То есть и гелика мы до этого не делали, ну, не ставили на лапы. Да и в принципе, сколько я в интернете смотрел, я не нашел гелики на лапах. Возможно, они есть, но там вот один там где-то за границей в Европе есть. Но он не отвечает, этот человек. Я спрашивал вопрос, то есть он не отвечает. Возможно, он по-русски не разговаривает, не знаю. Мы пока не трогаем, там посмотрим. Так у нас все готово. Единственное, что я немножко сомневаюсь. Ну, как сомневаюсь? То есть мне это показалось правильно. Вот здесь не сильно большой, не критический угол кардана будет. Мы же кастры выставили плюс 3 градуса, как должно быть у этого моста. А угол кардана можно было выровнять. То есть мы оставили параллельно флянец на мосте переднем. Он относительно параллелен к раздатке флянцу. Можно было подвернуть, но при этом у нас, когда подвеска внизу ходит, у нас не закусывает кардан. Мы это все четко отметили и испытали, посмотрели. То есть, чтобы не заклинило, не закусило где-то, не оторвали кардан. При этом можно было чулок, центр чулка подвернуть вверх, флянец поднять. То есть излом кардана меньше, но уже нету параллели. Но пришлось бы по бокам фланец чулка
где редуктор прикручивается, нужно было пересверливать. Этим самым мы как бы прослабляем это ухо большое. Может быть, оно и выдержит, а может быть и нет. Понимаете, так как человек говорит, я хочу валить на нем, я поставлю модные аморты, валить, чтобы не развалить. Ну, то есть я переживал, что будет валить, да, и у него отвалится то, что я понасверливал, там отвалится что-то. То есть я, ну, так не сделал, хотя мне говорили, возьми, просто подверни чулочек и будет класс. Но здесь не такой критический угол, хотя мы очень сильно ее подняли, морду, ну, чтобы не было у нас зубило, чтобы так вот не ехало. Мы подняли прилично морду. Ну, я думаю, будет все класс. То есть в любом случае мы отдадим машину, что она будет ехать все четко, ровненько и очень хорошо. Ну, вы еще скажете, Саня, что ты не под... Ну, зачем ты такую большую проставку сделал? Ты же мог длиннее пружину поставить. В принципе, да. Но хозяин настоял, мне все оригинально. Что было все мерсовское, ничего не надо менять. Ну, как бы мы этим путем пошли, что там проставку сделал и забыл. Значит, еще расскажу, ребята, вот кто-то, может, первой серии не смотрел. Про гелик, как мы планировали раздельно и почему мы раздельно делаем. Ну, просто мы под оригинал делаем все, оригиналы не все раздельные. Значит, рассказываю, потому что путаются. Вот L200, Dodge Ram, кузов жестко к раме закреплен. Люди думают, что у меня точно так же кузов жестко к раме. И к этой части кабины нельзя его закручивать, потому что будет рвать в любом случае. У нас же не такая конструкция, как в тех же L200. У нас кузовочек закреплен точно так, как кабина закреплена через мягкие подушки. Ну, не сильно они мягкие, но заводские мягенькие подушки. То есть он точно так будет играть, как вот кузов, ой, кабина, уже путаюсь. А здесь жестко будет закручено. Вроде бы он как цельный, кабина и кузовок, но раздельный. Ну, я не знаю, почему так завод решил сделать, но мы точно так пошли, точно так сделали. Такие же узлы, усилители, все точно так сделали. Ну, я думаю, это все класс будет. Да, мы на это очень много времени потратили. Если бы мы делали цельный кузов, то есть это гораздо было бы быстрее. Ну, поэтому вы поняли, да? Ну, вы просматриваете старые серии наши, вы вникнете и поймете. Сейчас, я думаю, после наших видео уже многие начинают повторять, ну, по нашей стране, по многим другим странам уже такие гелики делать, потому что кто-то должен был быть первым. Ну, мы стали первыми, то есть будут повторять. Ну, я всегда за, то есть, вы же видите, я ничего не скрываю, все рассказываю. Просто есть хорошие мастера, действительно хорошие, которым я только все подскажу, все расскажу. А есть же инвалиды, ну это я грубо так, действительно там, вот вы посмотрите комментарии от прошлой серии по Бигфуту, там кто-то написал, ты видел, Саня, кто-то на пенечках гелика какого-то зеленого делает, варит, я даже не знаю, ну, кто там что, не стал вникать, но посмотрел, там поддержали, там ну, обсуждали это все. То есть человек начал делать ну, в каком-то хлеве гелика. Ну реально я посмотрел даже фотки, как он на пеньках. Он тупо два пенька выставляется по центру рамы. Я думаю, господи, ну что это такое? Раму выставить, не дай бог у нее диагональ где-то в сторону уйдет. Там 3-4 миллиметра. На кузове это покажется там 3 где-то сантиметра. То есть эти перекосы будут видны. Ну, может, мало ли, может, у него что-то получится. Но я уже вижу по подходу к работе, что это ну, получится черти что. И очень обидно то, что потом выйдет вот наш гелик. Ну, я думаю, что он будет очень классный у нас. И выйдет тот гелик смешной, который люди увидят и поймут, что вот как оно самодельное выглядит. То есть, ну, не хотелось бы, чтобы эту нишу по геликам 6x6 ну, как-то какой-то человек опозорил. Вот человек говорит, даже вот этот зеленый гелик, он смотрел, тоже у меня планировал делать 6x6, смотрел, а там кузов от рамы отделенный, то есть, ну, рама одна, кузов другой, то есть, ну, какой-то проблемный этот кубик. Ну, посмотрим, кто его что сделает. Друзья, я вижу, вам
нравятся очень гелики, когда мы делаем. Смотрю статистику, что вы очень любите просматривать. Давайте на этом видео наберем 3000 лайков. Я сделаю вам вот такой вот сюрприз в следующем видео.